Привет. В одном из видео про Megalite Epic Games показывало, как создать экраны. Точнее, просто они показывали, как экраны работают с Megalite'ами и так далее, да? Но если вы просто разместите здесь какое-то видео, я вот кидаю MP4 файл, давайте создадим здесь нам необходимый медиаплеер. Выбираем видео. Output. Так, назовем его Media Player, допустим, UE4, потому что видеоролик от UE4. Давайте зайдем, выберем наше видео, которое вот здесь вот только что мы закинули. Нажимаем паузу, сохраняем, и можно закрыть этот файл. У нас создается вот такая медиа-текстура из этого файла, который мы только что вот кинули. При помощи нашего медиаплеера. Теперь с этой медиатекстурой мы создаем материал. Заходим в этот материал. Можно чуть-чуть поправить, если необходимо. Для этого мы просто вызываем multiply и делаем наэмиссив чуть-чуть. Можно корректировать это значение умножения на какое-то значение, сделать его более, так скажем, светоотражающим. Но пока сделаю просто так. Хотя можно бы и использовать обычное подключение просто по base color. И теперь мы этот материал накинем сюда. Давайте запустим, посмотрим, что вам выдает. И как вы видите, вообще ничего нормально не выдает, потому что у нас как такового нету. Давайте сохраним. Так, и можем зайти. Давайте в медиа текстуру зайдем. Здесь у нас все нормально. Давайте player. Так, и поставим loop на нашем видеофайле, чтобы он у нас повторялся постоянно. Так. Теперь запустим, да? Но, как я и показал, у нас нет никакого освещения от этого. Теперь нам необходимо сделать что? Мы добавляем сюда свет. Во-первых, берем light. В данном случае, из-за того, что это у нас типа экрана, мы можем добавить rect light, которые создают как раз таки прямоугольные части, ну и квадратные тоже. Так, сделаем его чуть-чуть выступающим. Далее расположим его примерно где-то посередине и увеличим размеры, какие нам необходимы. Это вполне достаточно. Здесь мы чуть-чуть переборщили. Вот так вот можно, в принципе, и поставить. Угол, как вы видите, у нас здесь стоит. А он у нас и в обратную сторону расположен. Развернем его на 180 градусов. Здесь у нас угол и вылет мы сейчас настроим. Угол можно выкрутить на 90, чтобы открытые створочки были. Если не понимаете, о чем я говорю, это вот можно сбоку посмотреть. То есть створочки открытия и направление света, так скажем. На 90 градусов. Ну и вполне достаточный размер. И нам необходимо добавить в source текстуру. Именно наш текстуру, медиа текстуру, которая у нас была.
Если мы запустим, и видите, у нас уже появился свет от этого. То есть нам необходимо всего лишь подкрутить интенсивность, возможно, какие-то настройки по свету сделать, по оттенкам. Давайте я вот выкрутил чуть больше. И, естественно, вот так вот. Ну все, разобрались с освещением. Давайте сейчас запустим наше видео. Что нам необходимо? Ну, так как это не эктор, это просто какой-то куб, статический меш, я в нем ничего не могу прописать. Давайте пропишу на уровне. У меня есть здесь begin play. Создаем две переменные. Это у нас будет media source. Так, тип переменной такая же media source. Так, выбираем ее object reference. И второе, просто делаем дубликат. Это у нас media player будет. Здесь мы выбираем media player. Так, media player object reference. Делаем compile, чтобы у нас появились default значения. Media source мы выбираем видео, которое мы закинули. MP4, вот этот файл. И в media player мы выбираем наш media player, который мы создали. В данном случае MP4. MPUE4, точнее. Так. Теперь мы берем media source, прописываем open source. Так, мы ее не видим, снимаем галочку, и вот оно, open source. Так, target мы должны подать media player object, то есть это вот как раз таки тот, который мы записали как вторую переменную, и запустить наше видео. Так, play. Здесь, конечно, можно сделать проверку, но я надеюсь, видео сразу загрузится и, естественно, запустится. Так, ну давайте еще set looping сделаем, чтобы у нас было повторное воспроизведение. Сохранили, можно закрыть, и давайте посмотрим, что у нас идет. Да, все, видео у нас запустилось, но освещение как бы не очень. Давайте поправим это. Так, 32 кандела, я думаю, очень мало. Давайте сделаем 5000, может быть, симпатичнее будет. Но да, слишком много. Давайте 2000, я думаю, вполне достойно. Да, совершенно верно. Вот так вот делается освещение от каких-то источников того же самого телевизора и еще что-то, да? И, как вы видите, у нас идет именно отображение тех цветов, которые у нас на экране. Сейчас у нас включен Mega Light. Если вы прям взглянете на какие-то точечки, вот здесь прям видны они, вот особенно на тенях. В принципе, это можно запустить и без Mega Light. Просто они показали. И я уж решил запустить такую же часть видео. Надеюсь, это было полезно. В общем, до скорой встречи. Всем пока.